just to keep your family proud. If I didn't think that it would shut the whole thing down, I'd saddle that one horse and ride him right out of this town. Been riding hard for 3 days, and I can't turn back now. They sentenced me to hang, but I slipped away somehow. Hell, I'm the best there is, and that's all you need to know. I've got outlaw blood and a restless, weary soul. And I'm trying to cross the border before the sun sets down tonight. If I keep on riding hard, I'll be a free man come daylight. Hell, I'm the best there is, and that's what I hear them say. But I guess I always knew that I'd pay my debt someday. And they found me in a little town just outside of Mexico. I was sold out by a friend for a handful of pesos. And anyone can tell you my guns, they were not drawn. I was murdered down in cold blood and left to die at dawn. Hell,
judging the moment. Now every time that pistol fires, my legend rides again. They found me in a little town just outside of Mexico. What happened there that night, no one will ever know. But anyone can tell you that I was unarmed. And anyone can tell you that I left that night unharmed. Just can't get away. It'll
without much pain. But I'm left never love again. Now I'm left to live, never love again. Kiss your wife, lock up your daughter. Don't let her fall in love with your eyes. Many men quickly find I'm unforgiving. They say dying ain't no way. Get your gun, bet your life if you're a gambler. You draw a dead man's hand against the pale rider. Now roll down into Mexico. What I came for, I think you know. Take another life, it's all the same. It's one more kill to the man that has no name. Job to do, and I'll be gone come morning. Get your gun, kiss your wife, hug your daughter. Tell her you're all to me, pale rider. Don't let her fall in love with the pale rider. Привет. Да, такая для атмосфер немножечко.
Во, отлично. Это хорошая поза. Как правильно? Ну это да. Правильно просто объезжать, потому что у меня часто была ошибка эту херову показывать, хотя я пишу правильно. Так, есть первое, второе, что мне еще надо было? Я вчера что-то еще хотела написать.
Так, и доярка, и вроде бы что-то еще, что ли? Все, наверное. Если понадобится сопровождение, мы так, наверное, наймем людей. Что еще я хотела? Я, блин, знаете, в РП так... О, господи. Что же? Вот фляга, свою штуку. Все, надо пойти. Привет. Я в РП, когда захожу, значит, как в магазин, когда ты идешь с четко пониманием, что тебе нужно купить, ты заходишь в магазин. Все, я надеюсь. Как, знаете, сработало, как будто он меня дверями бахнул. Я надеюсь, я не буду ни у кого сейчас с книжкой. Я, если что, специально в рэкбол упала. Опять меня тихо слышно? Да что ж ты будешь делать? Да ну как это? Не должно быть. Не должно это. Должно быть хорошо слышно. Да, должно... Опять дождь. Ну, подождем уж под навесом. Сейчас. Yeah.
Я думаю, знаешь, что надо будет сделать, ты знаешь. Добрый день. Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте еще раз. А вы не видели нашего друга Рика? А? Спасибо, я его нашел. Ну и где ты был все это время? Я по делам мотался, что такое? Мы тебя ждали дома. Дома? А что ж дома? Мы же договорились здесь. Ты же поехал за лошадью, чтобы вернуться. А, да, я думал этот. Слушай, мы здесь встретимся, это. Ты раз же сказал. Должен говорить, или я? Ну я ж Рику и говорю. Давай. Так, что хотели обсудить? По поводу коней, да? Ну, да. Ну, в общем, ситуация какая? Мне, так сказать, плечо сейчас травмировано. Меня немножко напрягает, чтобы меня окружили. А, господи. Ну, хотите, уйдем. Ну да, в общем, плечо сейчас у меня, так сказать, травмировано, нормально так, зашивали там. Ага, соболезно. Поэтому я бы с радостью сейчас бы занялся этим, просто я к вам не подходил, потому что, ну, как бы, проблема с плечом, и если, как бы, мне коня ловить даже, ну, сами понимаете, швы разойдутся. Ну, да. Ну, поэтому... только вы этим занимаетесь. Ну, честно сказать, не знаю. Ну, знаю то, что я как бы этим занимаюсь, а кто-то еще этим ваши может. Друзья? Друзья, не, они не по такому. Понятно. Ну, жаль. Ну, если вдруг вы решите, было бы неплохо. Да, в общем-то, смотрите, можете взять, ну, сейчас пока что поискать кого-то, кто может, а потом, сейчас у меня плечо подзаживет, и я этим, в принципе, тоже могу. Вам же коней без разницы каких, да? Ну, в принципе, без разницы. То есть там, кентуккийская, теннессийская, может, вы хотите мустанга какого, еще что-то? Ну, приведете, будет неплохо. Да, вообще без разницы, если честно. Ну, хорошо, тогда, не знаю, постараюсь сейчас с ребятами пообщаться, ну, никуда не поедем. Мы тоже работаем, так сказать. Если все нормально, то на днях как бы постараюсь вам коня это достать. Хорошо. Просто я вот не нашел, чтобы нормально, так сказать, лосо где хорошее, так сказать, купить. Веревочку. Может, в Сен-Дени съездить? Там много магазинов есть разных. Ну, или в Сен-Дени, да. Потому что здесь в Роудсе я что-то не нашел такого. Поэтому да, давайте договоримся тогда, если что. Я постараюсь вот сегодня, завтра на днях коня достать. И привезти тогда вам. Да, хорошо. А езжать вы умеете? Да, да, я же говорю, умею. Ага. Ну, тогда я вам около от 10 долларов буду платить за лошадь. Ну, опять же, смотря какую вы пригоните. Ну, это минимальная просто стоимость, от которой будем отталкиваться. Мисс, да, да. Извините, да? Что перебиваю вас. В общем, такое дело нашей этой компании. Нашему содружеству. Нашему содружеству, вот Джону и мне, Джима, Джо, точнее, просто Джо. И мне нужны кони. Вот, какое дело. Вы, у вас есть что предложить сейчас уже? Ну, у меня есть, но они, так сказать, это 50 долларов. А есть что-нибудь попроще или возможно вообще что-то у вас заказать? Что самое простое? Морган самый простой и теннессийская. А кентукки их не продаете? Кентукки это... Тоже я планирую много чего. Здравствуйте, месье. Здравствуйте. Многие породы брать, просто
пока еще за, ну, заводчиками не вводила связи сегодня, только собиралась. Mm-hmm. А так, я думаю, в ближайшие дни появятся лошади. Но если вам нужна определенная, я могу определенную узнать. Лошади. Да мне нужно что подешевле, если честно. С деньгами небольшой напряженка, скажем. Ну вот Морган, он подешевле. Ну, сколько будет. Он, сколько он будет? Он стоить? Это 20 стоит. Ну смотрите, а можем еще сделать как это? Это получается, коня поймаем, пригоним вам, ну, и, так сказать, небольшую скидку сделать вот на этого, на того, которого брать будем. Ну, если конь, например, хороший, взять, вы так сказать. Вы обмен с доплатой хотите, что ли? Ну, можно и так, если, так сказать, вас это интересует. Ну, я думаю, можно. Ну вот, нам нужно 3 коня. 3 Моргана. Да плевать какие. 3 Моргана. Ну, мне бы желательно, конечно, воронного. Морганы вообще воронные бывают, я не видел ни разу. Ну, есть такие, знаете, темно-красные прям. Угу. Желательно, ну, конечно, темные. Разных цветов, но да ладно. Ну, для Роудс вообще подойдет, конечно, такой Морган. Да, назову его Кровавый Барон. Ну, тогда 3 Моргана. Хорошо, я думаю, найдем. 3 Моргана. Да. Получается, это будет стоить сколько, в общем, если, так, если поможет еще. А если и поможет скидка. Вам. Да, если поможет смотря вам всех этих трех поймать Морганов. Этот... Смотря какую он лошадь пригонит, на самом деле он одной лошади может и купить всех Морганов. Эрик, ты понял? Ну я понял, Рик, да, в принципе. Места знаю. Рик, постарайся, пожалуйста. Что? А что постарайся? Что, мне одному, что ли, перейти? Можем в себе поехать поймать. Ну хочешь, да, поехали, хочешь, мы поможем. Поехали ловить. Поехали. Поехали. Да насрать на плечо, главное коня сюда стоит. Ой, смотрите аккуратно. Здорово, приятель, надо поговорить. Ой, как хорошо. Тихо, ты чего? А где они этих взяли? Своровали, что ли? А, нет. Ух ты ж её. Ух ты ж её. Это как-то... Ну-ка, скотина, заткнись. Добрый день, мисс Флетчер. Здравствуйте. Я представляю их на Морганах. Знаете, что мы сделаем тогда? У меня есть сейчас вариант. Хотя, сейчас я лучше сначала напишу, чтобы более точно знать.
Так. Во-первых, давайте попьем воды. А во-вторых, объявление я не повесила. Я ждала, пока дождь закончится. Вообще лошадку покормить было. Хорошо, единственное, что, ну, непривычно, потому что, конечно же, есть свои какие-то правила, понимание, как должно идти РП. Тем более здесь чуть, ну, реально больше, типа, к реализму, по ценам и не только, короче, и по атмосфере все. Ну, в общем, немножечко, да, надо привыкнуть. А так, ну, все хорошо, мне нравится, очень даже. Очень даже. Блин. Что? И что это получается? Угу. Да. Добрый день. Вам помочь? Нет. А, да, блядь, честно, извините.
Дюн-дюн. Так, все, сейчас поехали. Блин, ну это я сейчас на вечер, да, поеду? Да я хотела съездить в Blackwater. Наверное, в Strawberry. Ну, как олень красиво стоит. Вот, Blackwater и Strawberry, типа за лошадей узнать, заказать лошадей. Да? Да, и держи. Так, вот сейчас попробуем мы съесть рагу, появится ли тарелка. Появилась. О, и стакается. Все отлично. Ёлки, блин. Я в этом доме все разнесу. Надо посмотреть. А, еще раз ароматное мята. О, мята, мясо. Будешь наминать, как раньше. Да, вот. Да, я. Ну, у меня не такая, конечно, будет прям. Не прям ранчо. А так. Ну, у меня типа на основном конюшни занимается. Нужны будут сопровождающие. Доярки и этот доярки. Ловчий нужен. Но если он еще объезжать будет лошади, это будет хорошо. Жареные овощи. Пустая тарелка, овощи, грибы. Вот интересно. Относящиеся к овощи. Вот у меня морковка. Она же относящаяся к овощи. Да. Вот допустим, да, что там надо было? Блин, сейчас. Морковка. Вот морковка. Интересно, почему? Это коп 4, что ли? Морковка. О, нож лежит. Что там надо было еще? Грибы, пустая тарелка, нож. Грибы, пустая тарелка, нож. Грибы.
Пустая тарелка и нож есть. Так, а ну-ка попробуем, работает? Да, жареные овощи. Прекрасно. Давайте попробуем. Кстати, очень даже неплохое получится блюдо. Ой, так, тихо. Я, конечно, молодец. Я же даже это не отыгрываю. Помню, я вам за Оливию тут пошел. Это вообще был трэш. А! Блин, ладно, сейчас еще раз приготовим. Блин, а Нимку сейчас прожать еще. Было бы неплохо. Ну! Стараемся. Так, у меня еще, получается, есть возможность приготовить блюдо. Одно, наверное, приготовлю. Так, где анимация, по-моему, есть, да, действия, вытирать столы, например. Анимации. Блин, что, нету мыть стол? А где? Да, давай мыть. А, работа. Действие и работа. Умываться в очке. Работа. Вот, мыть стол. Мыть окна, мыть стол. Вот, точно. Так, все, еще одно приготовим. Точка, точка. Не-не-не, вон есть поиск, есть, видишь, Да. Да, ёб твою мать. Да, да, типа того.
Блять, кукурузой нельзя покормить лошадь. Мне тогда просто она просто нет смысла у этого у фермера покупать кукурузу. Для чего? Что я с ней буду делать? Ну, только на готовку. А она так используется. Я думала у него покупать как на этот. Как на корм. Я бы у него закупала больше, например. Кого нахрен носит? Звуки такие, бляха. Ну, возможно. Хорошо, умничка. Сейчас, ребят. Так. Так. Так, ладно, здесь все. Закрой дверь. Фу. Thank you.
Мне вот, знаете, что интересно, хочу посмотреть. Мне интересно, есть ли, может быть, ну, типа, если даже не оденется, есть ли вот эта штука, типа, для ружья, как дополнение. Усы есть? А это что такое? А, ой, это... Что это интересно? А, нет, типа это просто используется. Так, москина можно, шагнулись, стремена, рога, хвосты, белые подковы, уздечки, фонари. Что это? Во, да! Отлично. Да? Только жалко, что она светлая такая. А это, ну, оно, это же для ружья, да? Ну, да, вроде как. Ну-ка, сейчас. Да, только это. Жалко, что она светлая, но пойдет. Где? Вон, надел, молодец.
Сейчас утро дождемся и поедем в город. По-моему, в Блэквотере, да, был Морган? Мне-то доктор Нэш запретил. Я помню, как один очень умный джентльмен пронес 4 литра виски в сапогах. Бонсуах. Вкус, конечно, был крайне странный. Он фрех, у вас прекрасный повар, благодарю. Месье Хадсон, месье Купер, Хадсон, бон аппетит. Спасибо. Удачного вечера, месье Хадсон. Да я Хадсон, блять. По-моему, просто нужно с этим смириться. Да я не буду с этим мириться. Доброй ночи, миссис Флетчер. Добрый. Как ваши дела? Да, нормально. Как дорога? Тихо. Это грустно, или мне кажется? А? Вы какая-то грустная, или мне кажется? Нет, это вам просто кажется. Ну что ж, ладно. Что же, плесни мне кофе. Hello. Так, беда, Роудс, походу, опять приближается. Опять. Где? Все, ёлки, бляха, ну да! Поломал? Он дец. Да ладно.
Где? Где? Утречка, утречка. Блять, какая-то болезнь не попадать по кнопкам. Короче, начинаю дизмораль ловить, потому что я тыняюсь, блядь, из угла в угол.
Угу. Отлично. Ты разобрала нафиг ручку? Сейчас приду. Plenty more folks want this job if you don't. Well, my granddad's dad walked down. Нет, проблема в другом. Мне просто сейчас придется идти фармить. Здравствуйте, Элис. О, здравствуйте. Здрасте. Сколько времени у нас тут еще получается? Тело темно. Да хрен его знает, слушай. Да, блядь. Фермер есть. И все.
там. Блять, ночь, заканчивайся уже. Сейчас приду, ребят. I got something to admit. I met a man that did mistakes, a good old myth. Hey. He drove a Series 10 Cadillac and wore a cigar on his lip. What's it mean? Don't you know the devil wears a suit and a tie? Так, что у нас тут? Чего еще, бляха, ночь? Вот я попала. Я понимаю, что это не единственный. Мне нужно как-то на чем-то стартануть. Мне не на чем. Ну, блядь. Короче, это... Ладно, это все будет очень долго. Это очень будет долго. Я задушусь, я боюсь. Вы знаете, такое ощущение, что вы мне что-то говорите, а я вас не слышу. Привет, Казар. Что такое? Блядь, ты меня не слышишь, что ли, ёп? Да, я разбью тебя микрофон. Миньявк, я сижу, блядь, жду, когда ночь пройдет. Сука, и дождь теперь, господи. У меня сегодня... Это со вчера тянется, блядь. Ретроградный Меркурий закончился, а все тянется еще.
Я жду, когда ночь пройдет. Я хочу поехать в другой город. Ночью в город, бляха, я не поеду. Я, как обычно, решила поехать в город тогда, когда уже, блядь, скоро ночь должна быть. Сижу, жду, когда она закончится. Что делать? Я не знаю, где все. Все, поехали, светает. Понял, да, не говори. Сука, ебучий шифт! О, господи! Господи, как он меня, блядь, это... Все, я... Слышь, ми, вот это альт-шифт, блядь, какого хера он, если нажимается ровное количество этого шифта, раз, два, все, типа, нажал, отжал, блядь, не, оно все равно шифтит, потом кони как ебанутые бегают. Фу. Короче, у меня нет настроения.
Ну вот посмотрим, как кто обратится за работой. Ну что я могу, блядь, предложить с маленькой фермой, когда что? Ну только ловчего и сопровождение повозки и как его, доярку. Ну это все вот две работы, которые, три варианта работы, которые я могу предложить. Ловчих нет, у нас там вон, вроде как землячок что-то это, то не знаю я. Вот. Все. Да, они и с лансинком, блядь, загрузились. Они вроде утром не исполняются. Ну с кем? Никто не хотел идти. Ну в смысле, ты сказал, я священник, блядь, и главное, что сам не пошел в игру. Сидит еще. Ну заходи на старого. Блин, Сереж, ну ты видел, на кого я заходила? Вот ты видел. Я это обговаривала при тебе не один раз. Блять. Не просила. Понятно.
still got a heck of a lot of work to get done. Все видимости здесь, наверное, не продаются лошади. Хотела посмотреть, может, здесь еще какие-то цены есть свои. Маркер есть, но только типа оставить, видимо, лошадь, не купить. Хотя, ну, ладно, может, надо типа поставить, ну, хотя вряд ли. В Сен-Дени вроде так смотрели было. Извините, не подскажете, а конюх на месте, он, видимо, отошел куда-то. О, спасибо. Сейчас будет отыгровка с воздухом, если что. Ну это что это? Работа. Ну, без дверца. Так. Мы будем с воздухом рпашить. Здравствуйте. Мне нужны лошади, желательно по закупке. Ну, какие у вас есть породы, вы мне можете предоставить в письменном виде. Ну, породы и цены, да. Ну, сейчас меня интересуют Морганы, поэтому в первую очередь Морганы нужны. Сейчас. Хорошо. Так. Я тут не знаю, это через Ду писать или через СМИ. Блять. Ну, типа, что мне сказали скинуть скрин отыгровки, что я отыграла. Не знаю, разговаривают с конюхом или что, блядь.
хочу больше фермы, не хочу. Все. Самый классный персонаж был, самый легкий для меня персонаж был, от которого я кайфовала, это этот Ханови. Блять, это было максимально непринужденно, это было классно. Что? Молли? Ну и Молли была хорошая. Ну потому что распиздяи были, извиняюсь за выражение. Зря я после фермы взяла ферму. Я там не этот. Сейчас в соло и, блядь, очень сложно. Все, дизмораль у меня. Блять, ну вот реально. Не, слушай, мне не было дизморали на бет, вот серьезно. Ну потому что на бет у нас сразу были хотя бы какие-то люди, были задачи, и мы пошло-поехало. Я была не одна хотя бы. Сейчас... Тутора, ну что ты не заходишь, правда? Так. Блять. Вот. Надо эту мишку, короче, делать Ctrl-C, Ctrl-V. Ну не ломай!
Здравствуйте. Меня интересуют лошади. Закупки желательно. Какие у вас есть породы и стоимость на них? Очень интересуют Морганы в данный момент, но не только. Если что, отправьте цены и породы на... Нет, в Роудс отправьте на имя Элис Флетчер. Да, блядь. Спасибо. Всего хорошего.
there, miss. Извините, мисс, а вы не заняты? А вот вы... Мне брат прислал карту, где, скорее всего, он и похоронен. Ну, это долгая история. Он сказал, что когда он умрет, он пришлет карту, чтобы нашли его могилу. Вот. Вы как хорошо знаете местность. Вы можете, может быть, узнаете рисунок? Можно вам показать? Ага. Вот. Меня зовут Габриэль Рейборн. Да, а вас? О, мисс Флетчер, да, очень приятно. Еще раз. Есть предположение, что это какая-нибудь река, или каньон, или высушенная река. Вот. На червяка еще? Да нет, не очень. Он с детства такие рисовал карты, и я иногда находил, иногда нет, а вот и теперь... К сожалению, не могу вам ничем помочь. Не знаете, да, это место? Mm-mm. Ну ладно. Если узнаете или знаете, как кто может узнать, можете сказать, пожалуйста? Да. Попытаюсь понятно объяснить то, что я видела. Хорошо, спасибо. Да, не за что. Скажите, а вы случайно не умеете лошадей ловить? Нет, но я знаю человека. По-моему, его зовут Патрик Джонсон, и он вроде умеет ловить лошадей.
Патрик Джонсон. Да, бакенбарды, переходящие в черные усы. А, ну, клетчатая рубашка. С ним, да, мы общались. Он говорил, что у него рука травмирована, и ему сложно будет ловить лошадей, хотя он так охотно наплевал на это и вроде как со своими друзьями пошел вроде как ловить лошадь. Вот. О, ну, не знаю. В общем, а доить коров вы умеете? Ну, если покажете, я могу попробовать. Мне просто денег сейчас нет, я готов делать что угодно. А. Ну, если бы вы умели ловить лошади, я бы вам хорошо платила за это. Нет, я могу только на них ездить. А объезжать не умеете? А это что, а это как? Да, это когда лошадь дикая, еще и без седла. И чего, надо на нее залезть и падать? Ну, да. Ну, я могу залезть и падать, но я не знаю, это будет полезно для лошади или нет. Точно не для вас. Ага. Ну, тогда, наверное, не могу помочь. Ну, если вы сможете доить корову, то будет уже неплохо. Я думаю, ну, где-то доллар могу вам заплатить, если вы 4 коровы подоите. Ого, ну, если по... Ну, я, конечно, ни разу не доил, но... А что там, дергать надо, да, за что-то? Ну, чтоб потекло. Молоко. Ну да, надо. За вымя дергать. Ну, Я помню, стой, что у нас парень. В Валентайне... Покачай мне водички. Даже дети доили, вот старухи Фло. Вот, ну, и молодец. Я думаю, если дети могут, то я тоже научусь. Если вы не заняты, мы можем съездить ко мне, я вам покажу. О, да, хорошо, ладно, что? Я как раз, да. О, хорошо, спасибо. Где ваша лошадь? А вы шериф? Помощник. Ну, в стойле. Мисс. А? Еще не куплены. У вас это, спине что-то лишнее. Это я только что приехала с дороги и сейчас буду ехать домой. Ну, хорошо. На будущее лучше это на коня просто повесить. Я знаю, просто я только приехала с дороги. Отлично. В общем, я так понимаю, нету лошади, да, у вас? Да, нету, она слишком дорогая. А мне на еду надо. Томас, ты умеешь доить лошадей или приручать... Ой, в смысле, доить коров и приручать лошадей? Ну, коровы. Коров не умею, а лошадь в каком смысле? Ну вот, либо дикую приручать, либо объезжать ее. Да. Ну, чтобы она вот дрыгается, а ты сверху такой, тык-тык-тык. Нет, да? Ну, я помню, что у моего отца лошадь как-то убегала. Мы ее ловили. Ну... Не знаю. Не, ну... Но бегать за ними я смогу. Бегать мы все сможем за ними. Ладно. Ну, давайте тогда поедем. Пока я светло. Попробовал, знаете. Ну, у меня пока дикой лошади особо нет, поэтому... Ну, вы обращайтесь. Хорошо. А, то есть, получается, Томас, ты умеешь это, с лассо управляться, да? А, лассо? Ничего себе. Ну, то есть... Я думал их успокаивать, чтобы подойти ближе, знаете, так, разговаривать с ними. Они обычно понимают человеческую речь. Если вы пойдете на жеребца, он на вас, даже если будет понимать, не подпустит. Ну, так-то да. Ну, понятно. Ладно, я готов подоить ваших тёлок. Да, ну, тогда садитесь на мою лошадь, что ли. Можно? Или вы далеко живете? Могу пешком дойти, чтобы вас не смущать. Лучше доехать. Да ладно. Ладно. Если что, если вам нужна будет лошадь, я... Ну, лошадей развожу, я могу найти лошадь для вас заказать.
Может, подешевле? Ну, наверное, дорогая будет. Все равно. Ну, обычно они от $20 будет. Ну, у меня даже не столько нет. У меня вообще сейчас ни цента. Я вот поэтому и готов... Тут либо... Мне просто тяжести нельзя поднимать, потому что это я вчера... у меня это... Да-да-да. Ранение было. Вот, о. Потому что... Да-да-да. Вот там... это... Ограбили меня просто вчера. Утром. О. И ранили. И врачи сказали, что лучше не поднимать пару дней тяжести. И вот и... А доить же тёлок, это, ну, наверное, не так же... Ну, это не тяжесть поднимать? Или нужно поднимать? Ну, это не тяжесть поднимать. Ну, знаете, нужно будет очень крепко сжимать соски коровы в ладони. И сжимая, выдавливать с них молоко в ведёрко. Ну, ну, значит, не поднимать тяжесть, а, ну, нет, руки-то у меня целые, я могу соски жать. Ну, руки устают, конечно, от этого, но больше ладони. Ну, меня ранили просто в живот, поэтому, и, поэтому вряд ли, наверное. А, ну, да. Ну, вам повезло, у меня коровы хорошие, не бодается. О, понятно. Блядь, ладно, сейчас будет хорошо. Дойка коров. О, у меня всего 4 коровы. Один бычок. Ну, он отдельно. А ваш муж, он не будет против, если... А вы же... А, у вас нет мужа? Нет. Извините за такой вопрос, конечно. Нет. Я просто мужа. Подумал... Понял. Бля, куда коровы делись? Я знаю. Может, вы кушать хотите? Ну, это, наверное, платно, поэтому я не... Я ну, потом. Вас угощу. Ну. Вот тогда в счет работы получается. Ладно. Да, не обязательно в счет работы. Смотрите, пока мы здесь, вот здесь есть бидон. Вот, они тут стоят. Часть из них наполнена уже. Вот. А, надо будет их... молоко надо будет отсюда... вернее, из ведерка заливать в пустые бидоны. Вот сюда. А, то есть все-таки таскать, да, надо будет молоко? Ну... А, ну да, тяжело вам будет... Ну, давайте хотя бы просто попробуем, как у вас получится вообще доить или нет. А если ладно. Что, ведро, ну, я понесу. Ну, и тем более я не думаю, что вы надоете полное. Так, а вот здесь ведерки есть. Вот тут на столе пару ведер, вон под столом ведро стоит. Ага. Так, с крышкой, да, надо брать? Нет, с крышкой не надо, просто ведерко обычно взяли. Ладно. Да. Пойдемте. Напомните, как вас зовут еще раз? Габриэль Рейборн. Габриэль, какое интересное имя. Рейборн. Да, красиво спасибо. Звучит. Так, сейчас я... Возьму полотенце для нас. Ну, для вас. И коров. Вот. Угу. Вот, пойдемте. Ну, что нужно сделать? Для начала нужно сполоснуть ведро водой.
вот ага. здесь колонка. Немного сполоснуть и буквально чуть-чуть набрать воды. Так, полотенечко, это вам. Так, ага, сполоснул. Так, полотенце, о, давайте, ой. Вот. Так, все, набрали водички, теперь идем. Ага. Слева у меня загон пока пустой, там будут лошади. Пока что у меня их всего 4, они сейчас в загоне стоят. Понятно. А коровки вот здесь, вот они, 4 штучки, которых не видно, блядь. Угу. Так, одну зовут Марта, вторую зовут Синди, третью Мэри и Вишенка, четвертую. Марта, Синди, Мэри и Вишенка. Понятно теперь, кого вы больше любите? В общем, да, зайцы гоняются. Так, давайте начнем с Марты. Да, давайте. Так, вот Марта. Марта, откуда у вас такое имя для коровы? Да это мои родители их так называли. О, ничего себе. Да. Вот. Смотрите, в общем, да, вы присаживайтесь лучше на колено. Я буду следить, чтобы она вас хвостом шляпу вам не скинула. Вот. А значит, вы должны так, поставить так. ведёрко, смочить вымя коровы. Каждый сосок да. надо смочить. Ну, мочите руки, смочить? И вот так вот. Нет, ну, в ведре вода у вас... Вы смачиваете водой со вымя коровы, чтобы оно было чистое, чтобы молоко было чистым. Вот. А, ладно, да. сейчас. Вот, потом воду выливаете и полотенечком вытираете вымя ей аккуратненько. Так, ой-ой, а что ты дергает ногой-то так, как будто хочешь ударить меня? Нормально, но её мухи замучили. А. Это нормально, она не должна вас легнуть. Вот, угу. Все смочили, теперь вытираем вымя и берете один сосок и второй сосок. Лучше... Одной рукой? Один, да, один сосок одной рукой. Хотя вы можете попробовать сначала с одного соска одной рукой. Берете в ладонь, как будто палку, да, вот, обхватили ее, ага. вот, и берете и сжимаете небольшим пальцем, а двумя, ну, вернее, четырьмя пальцами жмете на сосок, и тогда будет идти молоко, только не сильно, и чуть-чуть можете потягивать, но главное не сильно, чтобы ей не было больно. Блять, научим Грега доить корову. Так, ё-моё, ого. Вот, замечательно. Вот, хорошо. А может жиром смазать, чтобы плавнее было? Как-то можете шло. Капнуть молочка на ладони. Да, ладно. Так будет, да. Скользить хорошо будет. Ё-моё, ну страшно как-то. Ну, не бойтесь, оно всегда поначалу страшно, а потом уже, знаете, по привычке. Раз, и ведро полное. Ты с одной коровы полное ведро? Ну, да, 7 литров. Ничего себе. 5-7 литров где-то так выходит. Так. Это не за день столько за одну дойку. Ага. А доится корова 3 раза в день. 3-4 иногда бывает. Ага.
Вот, хорошо, получается. Можете теперь второй рукой так же делать, чтобы ускорить процесс. Ага, так, ладно. Ага. Ёма, что-то тебе неудобно как-то. Ой, опять она что-то дергает ногой. Рика, значит, наверное, больно. Понял. Сильно сжимаете. Аккуратнее чуть. Ладно. Она все-таки леди. Надо с ней нежно. Да, ага. Все женщины любят, когда с ними ласково и нежно. Ну, я так. О, тут. Наверное. Так. Вот, замечательно. У вас явно талант. Получается. Да. Ну, не знаю, может, вы учитель просто хороший, наверное. Ну, вам повезло, что коровы спокойные. А что, бывает, что рогами бьют? Бывает, корова, привыкшая только к одному хозяину. Но мои коровы с большого ранчо, они привыкли к дояркам. Ну, к разным людям. А. Не только. Но мне еще брат говорил, что я как большой теленок, может быть, это сказывается. Привет. Ну, возможно. Так. А все, что-то больше не идет. Значит, все. Все. Берем ведро. Так, сколько здесь? Ну, литра. 4, наверное, получилось. Ну, неплохо. Давайте я донесу. Точно? Не так тяжело. Ну да, я правой рукой. Хорошо, да. Заберу полотенце. Так, оп, все. Полотенечко не забываем. Пойдемте туда, потом еще 3. А потом я вас накормлю и заплачу вам. Ага. А вы смелые, получается. Вы так не боитесь просто первого попавшегося учить доить и корову, и вот... Ну... Не каждый так сможет. Вы один, а у меня за спиной есть охранник. Вот, вы про свой Ланкастер? Да, стреляю я хорошо. Ага. Так. Вот тут должен стоять. Короче, после долгих раздумий вариант, значит, летний пиздюк с револьвером, наверное, характером, или же конюх, кузнец, спокойно. Так, ага. Ну, второй мне, например, подойдет такой человек. Мне такой нужен будет. А первый, если я так понимаю, это одинокий край, тогда лучше не этот. Тут прям, ну да, реально есть такой. Так. Да, да. Все готово. Мне прям что-то как-то. Так, теперь еще 3. Не устали? Ладно. Да нет, вроде. А можно попить его где-нибудь? Да. Хотите водички, хотите молочка? Воды, наверное, да. А, секундочку. А у вас есть кружка? Да. Пожалуйста. Могу вам бутылку воды налить. Ну. Может, ну, можно, да-да-да, если, да, если можно. О, спасибо. Так, вот. Ого. Так, о, хорошо. Холодное. А как у вас зовут корову, череп, который висит у вас над входом? А... Или звали? Вы знаете, я не знаю, это... Я не так давно купил этот дом и внешне ничего с ним не делала.
Да, понятно. Угу. Так, ну, та же процедура, водички набираем. Ага. Там было так, молоко. Сполоснуть нужно, да, или не надо? Можете сполоснуть, один... там все равно молоко было, поэтому мы это вливать будем потом. Можете просто воды набрать. Так, ага. Готово. Эти мужчины, это ваши друзья? Какие именно? Вчера вы были на втором этаже в салоне, там мужчины были с вами. А, ну мы вместе работаем, нас нанимают на работу как сопровождение, вот, да. О, а сколько вы берете за сопровождение? Вот мы ездили, мистер Пэриш и мистер Коннор нас нанимали на сопровождение в Ван Хорн и обратно, и это $3 было. На одного, да. На одного? На одного, да. А, ну да. Вот. Ничего себе. А так, вы справитесь с этой коровой? А я сейчас, да, конечно, приду к вам. Ага, вот, да, полотенечко, да, возьмите. Ага, да, ага, вот. Все, ага. Все, я сейчас вернусь. Ладно. Да, пить хочу сама. $4 за сопровождение. $3 за сопровождение каждому. Нифига себе. Я столько не вывезу. А, я стояла тогда возле этого, хотела попить и не попила. Угу. Так. Сереж, откроешь там двери? А? Откроешь двери? Угу. Все получается? Да, страшно все равно. Да, ладно. Это не лошадь, она не ударит так сильно, как лошадь. Вот лошадь может убить, да. Ё-моё. А коровы, они хорошие. Да, вижу. Был как-то случай у нас на ранчо, когда еще лошадей было много у нас. У нас были две красивые породистые лошади. Но муж разводил их. И вот пришел момент, когда их нужно было сводить коня на кобылу. Ну вот привели. Лошадь стоит вся такая.
Прекрасно. Конь шикарный был. Большой, черный, грива длинная. Ой, весь такой с кисточками на ногах. Вот, подводили мы к этой кобыле. Ага, он весь гордый. Шею изогнул. И потом, как легнет его кобыла по морде. И убила. Ого, ничего себе. Ну, так вот, остались без коня. Кто-то к нам да. приехал. Ой, вроде все. Здравствуйте. Вы ко мне? Нет, я просто проезжаю. А, ага. Ой, я направляюсь в Сен-Дени. О, хорошо, аккуратней. Ночь вы все-таки. Как там, мадемуазель, кстати, не подумали насчет моего предложения? Я думала, но пока нужно свести лошадь с конем. Угу. Хорошо, безусловно. Процесс не быстрый. Кобыла не всегда... Знаешь, когда она захочет, а чтоб, не дай бог, она его не прибила, коня. Ой, ой, безусловно. Был однажды свидетелем я еще в детстве, как жеребец крайне хороший, очень красивый, пытался забраться на кобылу. Она его легнула и очень неудачно, прямо по голове. Да, у нас так на ранчо кобыла убила коня. Это не редкость. Ну что ж, тогда доброй ночи. Да, вам что тоже. Что же, вы работаете? Да, мне помогают с дойкой коров. О, поздновато для работы. Ну, что делать? Ну, ладно. Да. Надеюсь, еще свидимся. Да, Попробуем. Конечно. Всего хорошего. Фу-фу. Не устали? Ну, есть чуть, вот, но ничего, надо доделать. Ага, ладно. Непривычно. Ну, вы тогда идите, я пока на кухне побуду. Ладно, да, хорошо. Я приду, если что. Хорошо, мам. Ёпарас, это здрасте. Бегаю тут, тых-дык-тых-дык. Так, блохнохтик. Итого 10 долларов. Что буду записывать? Сколько я тут запотратил? Так. Сегодня же понедельник, да? Блин, то когда надо закрываю, не закрываю, а когда не надо закрываю.
Так. Бляха. Так. Сейчас упадем, чтобы на всякий случай не было у меня книжки в руках, блядь. Все? Да, да, да. Пойдемте кушать. Сейчас сплосну. Так, так вот возьмите полотенце. Угу. Вот. А куда ведро? Туда же поставить, да? Да, можете вот здесь оставить. Ладно. Проходите. О, спасибо. Присаживайтесь. О, спасибо. Вы же едите грибы? Я все ем. Это мне брат приучил все есть. Mm-hmm. Так, пожалуйста, вот, да, обычное. О, лагу. Спасибо, как много. Вот, я с вами за компанию, если вы не против. Да-да-да, я не против. Спасибо большое. О, вкусно пахнет. Очень вкусно. Так вы, получается, где вы живете хотя бы? Ну, где попало, да, пока что. Oh. Вот, хочу накопить деньги, на, чтобы номер снять на неделю хотя бы. Вот. Очень вкусно, очень. Ага. А сколько стоит гостиница? $6, вроде говорили, в салоне комната на неделю. Но мне пока что ничего, ни цента, поэтому, ну, это рановато об этом думать. Поэтому, ну, где-нибудь я так это, на вокзале, вот, ночую. А потом кто-нибудь, кто... 23. Какой молодой еще. Ну, да, наверное. О, очень вкусный рагу, спасибо. Да, не за что. А вы номер, ну, только для себя или для друзей еще? Для себя. Я, ну, у меня нет... Тут мало... Ну, то есть нет... Ну, не знаю. Друзья, это же как-то... Ну, Томас мой друг, да. Здрасте. Ну, он сказал, что хочет быть моим другом. Угу. Так, и бутылка ваша. Опа. Вот, да, и... А вы одна живете здесь?
Не подумайте, что я как-то... Да, просто да. Мне оно интересно. И не страшно. Ну, как вам сказать? Не страшно? Понял. Не знаю, мне бы на таком большом, большой ферме было бы страшновато, наверное. Да, я всю жизнь прожила на фермах. Вдали от города. Это самая ближняя ферма к городу, из которых я жила. Поэтому не страшно. А почему приехали сюда, если не секрет? Ну... Моего мужа убили. О, примите мои соболезнования. Почти у дома моего, у нашего. Поэтому, прожив там год, я не смогла больше там находиться и уехала. Угу. Представляю. Да, он пытался помочь индейцам сбежать. Беззащитным индейцам, женщинам и детям. Приехали военные и расстреляли их, а он попал, так сказать, под это все. Кошмар. Да, он добрым был человеком. Он был хорошим человеком? Он был слишком хорошим человеком. То есть, получается, быть хорошим человеком — это иногда плохо? Наверное, нужно быть хорошим человеком в меру. Да. У меня вот пастор сказал, что хорошие люди могут совершать плохие вещи, а плохие люди — хорошие вещи. Я спросил, как отличить, кто от кого. Он не успел рассказать, там его отвлекли. Я его просто пытаюсь понять, хороший человек или все-таки плохой. Вы? Ну да. Ну... Думаю, если вы обижаете кого-то, убиваете, обижаете... Не-не, никого не убивал, Тогда, может, вы грабитель? Это как тот, кто берет чужое? Да. Не, я прошу всегда. Грабитель, который будет доить коров такой себе. Да. Так. Ну, думаю, вы неплохой человек. О, спасибо. Так. Ну ладно, мисс Флетчер, тогда я пойду. Спасибо, что накормили. Да не за что. Давайте я вас отвезу в город. Мне тоже туда нужно будет. О, там дождь начался. Вы это... Уверены, что хотите мокнуть? Подождем. Я пальто накину. А, ну ладно. Спасибо. Блять. Потребность еды. Я ему не заплатила. Сейчас надо заплатить. Да, погодка. Да. А, ваш доллар я вам не заплатила. Ой, да нет, не надо, вы хотя бы покормили меня, не надо. Нет, я настаиваю. Как бы я человек слова. О, ну ладно, спасибо. И вам. В общем, если вам нужно будет, так каждый раз за 4 коровы я вам буду по доллару платить. Хорошо, ну сейчас руки болят, наверное, это пройдет, да? Привыкну? А, это вы привыкнете, да. А, ладно. Угу. Завтра, конечно, еще могут поболеть, но со временем они потом привыкают. Хорошо. Так, ну ладно, да. Тогда я... О! Тихо. Хренеть, Габ, мы тебя ищем, а ты тут с ней развлекаешься. Я помогал, я деньги зарабатывал вообще-то. Заработал? Ну да. Неплохо. Да. Не за лошади. Ага. Ну и как она тебе?
Они поехали до Блэквотера, там коней ищут. Блять. Секундочку, двери проверю. Хорошо. А ничего делать буду. Ну, я думаю, спать увалиться, у меня ранение. Ладно, понял тебя. До свидания. Пока, давай, пока. Ой. Извините за них, они дураки. О, нормально. Это мужчины. Как-то странно звучит. Я ж тоже. Ну, когда мужчины так шутят, это неудивительно просто. Да. Скорее удивительно, когда не шутят так. Ну, чаще мне просто так, мне просто мой брат Гарри говорил, что нужно уважительно относиться ко всем. Это хорошо. У вас хороший брат. Ну, ну да. Строгий, правда. Это тоже бывает порой полезно, строгость. Ну, главное, все в меру, как говорится. Ну да. Он мира не знал, конечно. Не знает. А почему у вас ваши друзья не поселят у себя? То как ты даже не спрашивал, где там, что у них. Я просто не хочу быть обузой ни для кого. И вы сейчас будете ночевать на вокзале где-то? Да, да. Там дядь Джо, вот, Финли какой-то, вот, они там завсегдатые, там напиваются и весело общаются, а я за под их бормотание засыпаю. Можете здесь остановить, я подойду. Ладно, сейчас. О, спасибо. Да, вам спасибо. Если что... Приходите, если меня не будет, вы можете письмо оставить, что вы коров подоили. Я, по крайней я не умею мере... писать и читать. Может, в церковь обратиться, чтобы они вас научили все-таки? Ну, меня пытался Гарри научить, и, ну, в общем, много чего ручек переломал, но как бы, ну, в смысле, этих, перьевых. А, ну, да. И не только. Ну, ладно, я пошел спать. До свидания. Да, добрых снов. Да... Могли бы у себя поселить, но типа пока что стрёмно. Так, Гик, я тебе так и не ответила. Ну, знаешь, ты, мне как-то он не похож. Слушайте, давайте я завтра уже узнаю обо всем остальном, да? Ты, наверное, завтра я обо всем узнаю. Чё-то как-то я так это... А, не, знаете, что хочу узнать? Вообще, блин, да, банкира нахер надо этот... найти. Где у нас повозку можно взять? Я, Серёж, ты не помнишь, где повозку можно взять? О, Грег, спасибо. Я все равно заканчивать собираюсь. Но... Где у нас можно взять бляха-повозку? А, ну возле конюшни, логично. Блять, надо оружие снять.
Привет, ребят, привет. Я тоже сейчас недолго, чуть-чуть еще буду здесь. Как я две тарелки съела? Как до сих пор, что ли, я не наелась? Ну как это вот? Здрасте. Здравствуйте. Как я не наелась? Две тарелки же съела. А, ну, возможно, она не так хорошо восстанавливает. Ну да. Не, ну, такое блюдо лайтовое. Желудок большой, да. Чем больше есть, тем больше желудок становится. Но же правильно, где-то здесь, да, есть повозки? Или где? Или у нас нету повозок? Должны быть повозки. Вот тут, наверное, повозка. Арендовать транспорт. Это телега. Во! Смотрите, какая прелесть. Ну, ее аренда 2,5. Я просто не окуплюсь. Только аренда 2500. Все может быть. Здравствуйте. Добрый вечер, мисс. Добрый вечер. Извините, вы не узнавали по поводу банкира? Нет, я пока что не узнавал, я был в отъезде по работе. Ох. Гонялись за преступником сутки. Угу. Я буквально только что приехал, буквально минут 2 или 5 назад. Ладно, поняла. Простите тогда за беспокойство. Да, ничего страшного. Скорее всего, завтра я точно могу вам сказать насчет банкета, потому что сам к нему наведусь. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Угу. Так. Если у нее аренда 2500, интересно, сколько может она стоить?
В общем, да. Я как-то так себя запутанно чувствую, если честно. Вообще, блин, что-то как-то я... Не запутанно, даже растерянно как-то себя ощущаю. Короче, ребята, давайте до завтра. Да что ты будешь делать, лошадь? Во. О, надо собраться. Надо собраться. Это вот она. Да. Перенастроиться. Все, короче, давайте, ребята, всем спокойной ночи. До завтра.